Всем добрый день! Сегодня 23 сентября 2022 года. Уже полдень. В таком мы красивом месте сейчас, около железной дороги. В поисках нового магазина, который нам нужно посетить, называется «Континент». А также по отзывам нашли еще одну столовую. Столовая номер один. Хотим тоже пообедать там. Поняли, что территориально этот магазин и столовая недалеко друг от друга. Вот сейчас идем. Опять у нас прошел дождь и даже отменили сегодняшнюю экскурсию. Не то чтобы отменили, перенесли на воскресенье. И если будет возможность, мы поедем. Здесь все такое зеленое. Саша, потом направо или налево? Мандарин с рук ели, я вспомнил. Что? Мандарин с рук ели. Ну и что? Тут курочки. Мандарин. Да. Вот это школа. Это основная дорога. Здесь уже не такое хаотичное движение, как в городе. Даже патруль стоит. Школьники здесь очень нарядные. Белый верх, темный низ. Девочки вообще фартука, как в советское время, как советская форма. У нас так не принято, у нас на 1 сентября так нарядно одеваются, а дальше уже ходят в другой одежде. Смотрите, какая красота. По этой улице мы еще не ходили, по-моему. А далеко идти? Сколько? Что? Чуть-чуть. Ну, несмотря на пасмурную погоду, очень тепло, я бы даже сказала, душно. Это, по-моему, хурма. Да. Уже по привычке смотрю на фруктовые деревья, удивляюсь каждый раз такому разнообразию зелени, фруктов. Просто попадаешь в рай. Ассорти — это тот магазин, который мы посещали, и где-то рядом должен быть магазин «Континент». Торговый центр «Гагра». Собакам. Что? Себе? Тех парней, маме. Маме? Такой хороший визитку. Если такой же будет. Так, осторожно. Какое все зеленое. Это банк Гагра. Национальный банк, наверное. Да? Ой, тут солнышко вышло. Да, солнце прям яркое. Сейчас быстро все высохнет.
Ну, мы рады, что мы поехали в сентябре. Нет пекла. Да. Это какая-то гостиница, наверное. Гагробанк. Очень красиво. Фонтан советского периода. Высоченное дерево. Красота. Пальмы. Торговый комплекс «Континент» нашли, но он не работает. Печальненько. Далее у нас по плану столовая номер один. Надеюсь, нам повезет. А где столовая номер один? Не знаешь? Дождь опять пошел небольшой. Пальма. Надо перейти дорогу. Ой, как чуть не сбил. Бежим. Ну, здесь поменьше людей. Ну, побольше машин. Куда нам? Столовая написано. А не написано, что номер один? Или написано? Просто столовая. Красота. Столовая номер один. Вот посерединке номер один. Это она. Находится в здании управления городского хозяйства «Амрабанк».